В Люберцах открыли еще одну современную детскую площадку по программе губернатора Московской области. Игровой комплекс установили во дворе дома номер 1 на Парковой улице. На празднике открытия побывали мои коллеги. В губернаторской программе по установке больших детских игровых площадок исполняется 10 лет. За это время в Подмосковье установили более 1400 игровых комплексов. У каждой площадки свой стиль. На Парковой улице она выполнена в тематике физика и предназначена для детей разных возрастов. Мне тут очень нравится, как только пришел, сразу начал везде бегать. Мы очень долго ждали этой площадки. На игровом пространстве площадью 300 квадратных метров каждый ребенок найдет себе развлечение по душе. Качели, карусели, горка, спортивные элементы ждут ребят. Были только качельки, а сейчас поставили столько всего, что можно даже играть до вечера. Мне нравится паутинка. Площадка оборудована ударопоглощающим резиновым покрытием, безопасными и удобными игровыми элементами, предназначенными для физического и интеллектуального развития детей. За безопасностью следят видеокамеры, которые подключены к системе «Безопасный регион». Площадка нравится, большая, долго ждали, дети все довольны, все устраивает, очень рады. Поздравить ребят с открытием детской игровой площадки приехал глава округа Владимир Волков. Программа губернатора работает в нашем городе. У нас 7 площадок в этом году. Ребята, вы рады тому, что площадка построена? Чувствуется, рады. А то, что каникулы начались? До конца лета в округе откроют еще 3 детские игровые площадки по губернаторской программе на Октябрьском проспекте в Люберцах, Краскове и Марусине. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.